Как сделать гостиничный бизнес более прибыльным? За счет чего можно увеличить стоимость номеров на 25% и при этом не потерять клиентов? Что поможет увеличить количество отзывов о вашей гостинице более чем в 10 раз? Ну что же, раз вы на канале компании Кирпл, значит, вас ждет порция суперполезной информации и ответы на эти и многие другие вопросы. Итак, сегодня ролик для предпринимателей, которые хотят сделать свой гостиничный бизнес выгодным и привлечь как можно больше туристов. Практика показывает, что отель приносит хороший доход, но нестабильный. Он, как правило, имеет сезонный характер. Владельцы отелей, особенно небольших, стремятся увеличить прибыль. Следовательно, надо повысить статус гостиницы, например, благодаря бассейну. Доказано, бизнес на бассейне в гостинице может заметно изменить доходы в лучшую сторону. Как чаще всего выбирают гостиницу семьи с детьми? Чистота, комфорт – это понятно. Но есть еще один важный момент. Родители смотрят, есть ли в гостинице бассейн. И это становится одним из основных решающих факторов. Ведь независимо от погоды, туристы смогут каждый день плескаться в бассейне. Для детей радость. Они будут больше времени проводить в воде, а родителям не придется беспокоиться об их безопасности, так как малыши все время на виду. К тому же туристы смогут разнообразить свой отдых у воды. Надувные матрасы, акваэробика, игра в волейбол и так далее. Вот простой пример. Мы с маленьким сыном на следующей неделе едем в отпуск в Сочи. Февраль, море холодное, не сезон. Но температура воздуха комфортная. Самое время для прогулок и купания в бассейне. Так вот, первым делом я выбирала отель именно по наличию в нем бассейна. Кстати, особенно круто, когда в гостинице рядом с бассейном для взрослых есть мелководная зона для самых маленьких водоплавающих. Как вы понимаете, любая семья, где есть малыш, заинтересуется таким предложением. И это дополнительный бизнес. Еще мы выяснили, что количество отзывов у гостиниц с бассейном более чем в 8-10 раз превышает количество отзывов у гостиниц без бассейна. Все мы знаем, что большинство туристов, выбирая гостиницу, ориентируются на отзывы тех, кто уже там побывал. Если у вас на территории есть классный бассейн, это резко повышает ваши шансы привлечь туристов, имея ровно такую же гостиницу, как у конкурентов. Еще один любопытный факт. Стоимость номеров в гостиницах с бассейном на 22-25% выше, чем в гостиницах без бассейна. И этот факт не отпугивает посетителей, так как за качественный сервис они готовы доплатить. К тому же количество постояльцев увеличивается за счет сарафанного радио. Если у вас классный бассейн, поверьте, люди будут рекомендовать именно ваш отель для отдыха своим знакомым. Так что вывод прост. Бизнес на бассейне в гостинице – выгодная история. Осталось дело за малым – построить аквазону. Какой же он? Идеальный бассейн в отеле. Достаточно большого размера. Мы рекомендуем не менее 6 метров в ширину и 12 в длину. Глубина может быть переменная, с уклоном при входе или постоянная. Стандартная глубина бассейнов – 1,5-1,6 метра. Большая территория отдыха вокруг, водные аттракционы в чаше бассейна, противоток, гидромассаж, отдельная зона релакса, водопад, подсветка в вечернее и ночное время, отдельная детская зона. Если решение принято, бассейну на территории вашей гостиницы быть, встает следующий вопрос – из чего его построить, чтобы он выглядел премиально? Например, вот так.
Чтобы построили его быстро, кому интересно разводить стройку, например, на 2-3 месяца с грязью и кучами мусора на территории отеля? И последний немаловажный вопрос – стоимость бассейна. Чтобы ваш бюджет не загремел в долговую яму. И вот здесь как раз очень важно принять стратегически верное решение – определиться, как и из чего строить бассейн. Все чаще бизнесмены выбирают строительство бассейна из несъемной опалубки. Почему? Потому что она позволяет построить капитальный бассейн невероятной красоты, но при этом сроки строительства на 60% меньше, чем при возведении традиционной бетонной чаши. А стоимость такого сооружения на 30% меньше. Кстати, если вы не видели, на канале Кирпл есть ролик о преимуществах бассейнов из несъемной опалубки. Рекомендую посмотреть. Сколько стоит строительство бассейна? Это первый и самый частый вопрос клиентов компании Кирпл. В январе этого года мы делали подробный ролик, из чего складывается сумма в смете на строительство бассейна. Рассматривали бассейн 3х6. Строительство такого бассейна из несъемной опалубки в компании Кирпл обойдется порядка 1 200 000 рублей. Но в каждом случае все индивидуально, и это я назвала среднюю актуальную цену. Если вы еще не видели этот ролик, рекомендую посмотреть, чтобы понимать, из чего складывается конечная сумма в смете. А теперь несколько слов о том, почему общественный бассейн, построенный из несъемной опалубки, отличное решение для бизнеса. Очень часто звучит вопрос, выдержит ли нагрузку несъемная опалубка? Ведь нам всегда казалось, что нет ничего надежнее бетона. Что такое несъемная опалубка? Это блоки из пенополистирола. Казалось бы, где пластик, а где бетон? Но разве можно сравнивать их прочность и долговечность? А вот и можно. Скажу больше, стенки бассейна из несъемной опалубки на 25% тоньше бетонных, но по прочностным показателям абсолютно ничем не уступают. Напомню, что такое несъемная опалубка. Это пустотелые блоки из пенополистирола. Внутрь опалубки вяжут арматуру и заливают бетон. После заливки получается крепкая монолитная конструкция. Если специалисты Кирпула строят бассейн в длину до 10 метров, они используют пенополистирольные блоки, внутри которых слой бетона 150 мм. А если речь идет о чаше бассейна большего размера, а общественные бассейны зачастую строят большими, например, 25-метровыми, то используют блоки, у которых регулируется пластиковая вставка. Такие блоки позволяют увеличить толщину бетонного слоя. Например, для бассейна больше 10 метров слой бетона делают порядка 200-250 мм. А если чаша бассейна 25-метровая, то толщина бетонных стенок внутри несъемной опалубки 300 мм. Это соответствует стандартам и обеспечивает 100% прочность конструкции. И, наконец, возвращаясь к теме сроков строительства. Бассейн из несъемной опалубки под ключ в Кирпл строит примерно за 30-40 дней. Это в 2 раза быстрее, чем строительство по классической технологии из бетона. Ну что же, подводим итоги. В каждом современном отеле бассейн все-таки должен быть. Вложение на его строительство окупится менее чем за год. Обслуживание при правильном подборе оборудования обойдется от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, в зависимости от размера бассейна. И вы прямо сейчас можете сэкономить 100 тысяч рублей. Именно столько стоит робот-пылесос, который вы получите в подарок, если закажете строительство бассейна в компании Кирпл до конца февраля. Спешите!
Остались вопросы? Пишите комментарии. Руководитель Кирпул лично отвечает на каждый. Ну, а телефоны для связи вот тут.